Сильно прерывается. Слышно меня? Версии, говорю. В сравнении с традиционными АТС, система SIPEX для заказчиков представляет следующее отличие. Во-первых, замечательно и существенно лучше и проще масштабируется. Те, кто в принципе понимает, о чем речь, что не нужно докупать никаких лицензий, кодеков, плат и так далее, то есть стоит система, сколько в принципе оборудования серверное, на котором она программная, вытягивает, столько и будет. Значит, в силу того, что SIPEX, он так как и крупные серьезные продукты а-ля Cisco Call Manager, не занимается передачей сквозь себя голосового трафика, непосредственно занимается сигнализацией. Производительность у него очень-очень высокая, и если вот говорить о синтетических тестах, то порядка 50 пользователей на одном сервере, соответственно, в тестовом окружении. Это всегда кластер. Вот, ну, значит, производительность системы крайне высокая. Копироваться проще. В случае с бесплатным продуктом вообще ничего не нужно. То есть пользователь есть, он просто подключается и работает. Это чисто айтишная система. Не требуется никакого специального железа. Это программное обеспечение. Работает с практически любым SIP-оборудованием. Про это я расскажу немножко поподробнее. Чуть попозже. Работает на стандартных серверах. В принципе, стек приложений SIPEX представляет из себя операционную систему на основе Linux внизу, либо Red Hat, либо, соответственно, ее бесплатно. Поверх работает некоторое количество модулей, которые, собственно, сам SIPEX и образуют. Они все вот в этом Linux окружении. Любой Linux совместимый программный или виртуальный сервер будет работать. Тему стратегии соответствия стандартам открытым не присутствует привязка к какому-то производителю или поставщику оборудования. Несмотря на то, что самым популярным и распространенным телефоном для SIPEX в Соединенных Штатах является Polycom, всему тому, что там Polycom очень дешев, у нас он не настолько дешев, и в общем-то наиболее популярные телефоны в принципе, это E-Link и Grandstream. Значит, те и те SIPEX поддерживаются, и отличаются они в принципе тем, что и у E-Link, и у Grandstream очень высокий уровень поддержки SIP. То есть, если брать просто дешевые китайские звонилки, они работают только с истериском, потому что уровень поддержки, уровень реализации SIP крайне базовый. То есть, они могут принять звонок, осуществить звонок, а, допустим, пост старту сделать перевод звонка, постановку на удержание, принятие, значит, широковещательной музыки на удержание и так далее, они этого сделать не могут. Поэтому могут не работать. Все вменяемые телефоны от известных производителей, включая, естественно, платно, хотя там тоже есть мелкие вопросы, связанные с прошивками. У нас сейчас три актуальных прошивки у E-Link, которые присутствуют. Все имеют свои особенности. Версии 60, 61 и 70. Еще очень важно для заказчика, что это IT-система. Соответственно, при миграции с традиционной станции уже нужно содержать телефониста. Это делается все IT. В случае OpenUC простейшее лицензирование по пользователям, то есть лицензируется пользователь, физическое лицо, так скажем, это человек. У него может быть сколько угодно разных устройств, мобильных телефонов, настольных телефонов, программных терминалов. Лицензия приобретается на человека, на сотрудника, к нему привязывается. Она имеет стоимость, никаких лицензий на функционал дополнительный, на раскрытие чего-нибудь в лицензионной модели OpenUC просто нет. Лицензия максимально простая. Я раз считал лицензирование, допустим, Avaya, знают, о чем я говорю. В сравнении с традиционными открытыми, принятыми у нас на рынке, в
Европе вообще очень активно у нас потихоньку, но так или иначе. Является, как я уже говорил, единым платформам, более строго следует стандартам, хотя FreeSwitch в этом смысле хорош, а Asterisk в своих последних реинкарнациях собирается полностью переделать свой SIP-стек. Этого пока еще нет, когда-нибудь будет. Строго следует стандартам, очень хорошо масштабируется. Значит, я слышал множество всевозможных легенд об Asterisk на 30 тысяч пользователей. Это верю, что он может существовать, однако управляемость такого решения, эксплуатационная пригодность в реальном окружении корпоративном у меня вызывает очень серьезно. Это, как уже говорил, медиапотоки передаются напрямую между устройствами, это гарантирует высокое качество, то есть у нас посредине нет никакого посредника при этом. Все идет напрямую между телефонами, это в случае правильно построенной корпоративной сети приводит к тому, что качество становится максимальным, поддержка становится минимальной. Имеются встроенные средства эксплуатационные, это мониторинг, резервное копирование, восстановление. Значит, мониторинг, вообще говоря, сделан с помощью SNMP, все модули. Имеется портал для самообслуживания конечных пользователей. Там информацию о своих звонках, могут посмотреть, поработать со своей адресной книгой, могут видеть свою голосовую почту. И так далее. Имеет стандартные средства интеграции на основе веб-сервисов, прежде всего REST API, и с помощью этих средств можно интегрироваться с различными приложениями. Имеет стандартные средства управления пользовательскими устройствами и шлюзами. Это означает, что нам поддерживаемые телефоны не нужно настраивать индивидуально. То есть мы не должны заходить на телефон, вносить в него настройки, если он сбросился, там что-то с ним делать. То есть это станция управляет своими устройствами. То, что называется, генерирует конфигурационные файлы, хранит у себя прошивки. И если сеть, опять же, сконфигурирована правильно, телефон, загружаясь, находит станцию, забирает с нее конфигурацию. Есть строчка «функционально менее насыщен». Значит, мы все знаем, что на Asterisk можно сделать что угодно. Это язык программирования. В случае с SIPX, конечному пользователю, такая гибкость недоступна. То есть это все-таки более традиционный продукт. Однако при внедрении, либо интеграторами, значит, может быть сделано достаточно многое из того, что захочется, если не все, по большому счету. Ну, есть сложности только со складной записью разговоров. В самом продукте она просто не предусмотрена, всему того, что трафик не проходит сквозь сервера. А так, все остальное сделать можно, потому что внутри всего комплекса SIPX CCS в качестве одного из компонентов живет FreeSwitch, в котором можно, собственно говоря, сделать что угодно и воспользоваться его возможностями, направив в него ключевой параметр для бизнеса у этой системы, это стоимость эксплуатации, которые присутствуют. Эксплуатация получается крайне дешевая. Ставил, работает, телефоны сами конфигурятся, все интегрировано, пользователи сами появляются, то есть нужно только их там в группы, если опять же требуется добавлять, к телефонам их привязывать. То есть очень которые нужны, и крайне высокая надежность. То есть он работает. Значит, вот архитектура типовая внедрения системы для малого бизнеса. То есть стоит один сервер, к нему подключаются телефоны, он может интегрироваться, может не интегрироваться с доменом. Есть какой-то шлюз для присутствующих в офисе изначально традиционных линий, сотрудники вне офиса какие-то находятся, есть операторы IP-телефонии. Все достаточно просто и тривиально. Ситуация с более крупной организацией подразумевает, что у нас есть кластер, у нас есть использование уже существующих ресурсов сети, то есть серверов e-mail, серверов DNS, DHCP, которые уже есть в сети. Самое главное, значит, появляется роль граничного контроллера SBC выделенная, которая занимается сложной маршрутизацией для множественных операторов телефонии, которая занимается безопасностью, собственно говоря, на
границы VoIP-сети, которая, в общем-то, включает вот эту внутреннюю сеть, в которой многие вещи там в заголовках присутствуют и так далее, от того, чтобы отправить нас наружу. То иногда операторы очень удивляются, получая вот своих заказчиков такие сип заголовки, где внутри есть информация о том, как сеть устроена. То, что называется Application Stack, то, о чем я говорил. Базовая операционная система — это Linux. Внутри для медиа подсистемы используется в том числе FreeSwitch, то есть это крайне высокий. Внутри также находится сервер OpenFire, это сервер военных сообщений Jabber. Значит, OpenUC, теперь вот недавно, буквально на прошлой неделе прошла конференция, и окончательно они анонсировали, что в бесплатной версии нового колл-центра не будет, он будет только в коммерческой версии, действительно чрезвычайно мощная штука. 4.6, и там во втором-третьем квартале будет релиз очень-очень мощной компоненты для колл-центра. При этом стоимость обещает быть крайне низкой в сравнении со всеми конкурентами абсолютно. С версии 4.6 есть средства для администраторов для тонкой отладки SIP. Поддерживаются телефоны Polycom, Cisco, Grandstream, AudioCodes, далее. Достаточно большой список. Благодаря нам еще и E-Link. Есть процедура сертификации оборудования. Мы сейчас с E-Link, эта процедура очень длительная и непростая. Пытаемся это проделать. Требуется исправлять некоторые огрехи в прошивке. Сейчас сертифицированы Polycom'ы. Шлюзы AudioCodes, сертифицируются телефоны AudioCodes, у них очень большая новая линейка в Соединенных Штатах анонсирована, в России. Собственно говоря, вот, я все-таки надеюсь, что в течение там, следующего квартала в этот список добавится E-Link. Демо мы опять же сделать не успеваем, теорию мы рассказать не успеваем. Значит, немножко маркетинга про E-Link. Значит, хороший SIP-телефон не может быть крайне дешевым. E-Link — это хорошие SIP-телефоны. Соответственно, здесь есть некоторый ассоциативный ряд. То есть есть подход клиент-сервер, устройство тупые звонилки, как их любят называть пользователи. Станция очень умная, делает все. Подход тонкий клиент, толстый сервер. Это вот то же самое, только на IP. Подход браузер облака, который сейчас является лидирующим в IT. Это браузер очень сложный. Программно-аппаратное устройство, которое берет на себя очень-очень большой процент обработки данных. И наши телефоны, которые вот есть дорогие телефоны, это Polycom, это E-Link, они очень хорошие, интеллектуальные. Соответственно, они не могут быть по определению дешевыми. Когда у нас косячит браузер, или вот сейчас у нас косячил вебинар, мы ругаемся и так далее. Правда жизни состоит в том, что за все нужно платить. Обязательный маркетинговый слайд для IP-матики. E-Link — это отличные, хорошие, замечательные телефоны. Они отлично ведут себя с этой станцией. У нас осталось 7 минут на то, чтобы все-таки вопросы. И если кого-то это заинтересовало, я готов индивидуально рассказывать, выслать, там, сделать, подготовить правильные презентации, сделать нормальную демонстрацию и все остальное. Потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы с этой системой в России работало больше заказчиков, а самое главное, больше интеграторов, больше специалистов. Потому что она замечательная, и распространению в том числе противоречит то, что, ну, в общем-то, мало кто предлагает реально зрение, поддержку и прочие услуги с этой системой. Больше, потому что интересный рынок — это развитый рынок, в котором есть здоровая конкуренция, в котором есть выбор у заказчика, в котором все выигрывают. То, что называется вин-вин. Еще раз извините за то, что сегодня такая накладка у нас. Коллеги, если вопросов нет, пожалуйста, в чат пишите минус, чтобы мы понимали вашу заинтересованность. Как я сказал, уже на днях мы анонсируем новый вебинар для Михаила, точнее от Михаила, по поводу дополнительных возможностей наших телефонов и работы с этими возможностями. И сделаем рассылку соответствующую. Так что, пожалуйста, приходите на него, будем рады вас там видеть.